Сегодня от них зависит многое. Деятельность волонтеров – вопрос, который в условиях пандемии особенно важен. Отлаженная работа волонтерских движений, привлечение добровольцев, усиление патронажа людей старшего поколения, многодетных семей и просто тех, кто в условиях самоизоляции нуждается в помощи. Вот задача номер один. Это отметил временно исполняющий полномочия главы округа Андрей Булгаков на совещании с руководителями профильных комитетов администрации. Важно, чтобы жители знали, куда и как им обращаться, если требуется помощь. Люди не знают, куда обратиться. Эту работу на себя должна взять администрация. Встретился Андрей Булгаков и непосредственно с волонтерами. Поблагодарил их за работу и неравнодушие. Временно исполняющий полномочия главы отметил, желающих вступить в добровольцы становится все больше, и это не может не радовать. То, что вы есть, это большое подспорье, это очень хорошо, но очень много сейчас мне сообщений поступает, и в директ пишут, просятся еще люди, чтобы быть волонтерами. И поэтому призыв будет еще, и, надеюсь, мы в ближайшие дни создадим еще больше команду. Добровольцы также смогли задать Андрею Булгакову вопросы. Они попросили у администрации помощи в обеспечении волонтеров дополнительными средствами индивидуальной защиты. Сейчас продлили срок изоляции еще на несколько дней в мае, и людей, возможно, правда, их не хватит, их надо увеличивать. В связи с этим у администрации одна просьба, да, будет как бы помочь волонтерам с антисептиками, масками, перчатками и так далее. Запас сделаю, значит, уже потенциально на большее количество человек, соответственно, и перчатки, которых больше всего сейчас не хватает, закуплю, маски, антисептики. Суть, мы с вами одна команда, я от себя, как новый руководитель, хотел вам сказать спасибо и сказать, что я сам тоже волонтер и буду также выходить, также опекать и точно работать. Любой желающий может также внести свой вклад, стать волонтером, обратившись в Комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью по телефону 8-496-566-75-48, 8-496-566-74-33. Если вдруг понадобилась помощь волонтера, то работают телефоны Щелковского управления социальной защиты населения 8-496-566-98-03, 8-496-566-78-83. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.